Дело пустяковое. На 2 минуты зашли и вышли. Ты собрался казино грабить? Это грабанье! Прости меня, друг. Я вас сейчас отпускаю, а ты приносишь 5 миллионов. Где мы возьмем 5 миллионов, Леш? Тетя Зина работает в морге. Возьмете у нее 2 трупа, посадите свой тарантас. Отвезете на пустырь и сожжете. Все. Может, еще дольешь. Их там больше нету. На заправку ехать надо. Шторм! Что ж вы творите-то, а? Я ломбард взорвал. Человека похитил. Трупы сжег. Все решено, ёпч. Надо подержать курс. Сдохните, суки! Ребятки, ну вы что, пистоль, а? Ты что туда, б***ь, насыпал? Уран! Так ты сам сказал больше, сын!